В автобусном парке «Теопат» пополнение. Сегодня на линию вышли 38 новых автобусов. Машины из Нижнего Новгорода соответствуют самым современным требованиям комфорта и экологичности. Встроенная система «ГЛОНАСС» помогает контролировать дорожную ситуацию. Особенность очень хорошая у них. У них электронное управление полностью. И GPS-ы стоят, которые следят за маршрутами автобусов. Где он находится, в каком месте любой житель города может по своему сотовому посмотреть и сказать, вот автобус через 10 минут будет на остановке. Салон нового автобуса усовершенствован и учитывает интересы всех граждан, в том числе и людей с ограниченными возможностями. Оборудованы места для инвалидов-колясочников, предусмотрены откидные пандусы. Есть о чем рассказать и в плане безопасности. В автобусе установлена система блокировки дверей. Машина попросту не сдвинется с места, если двери открыты. Автобусы с 5:30 утра и до 11 часов вечера уже обслуживают несколько городских маршрутов. Маршруты у нас 46-й, это БАЦИС-2, парк Пушкина, 48-й маршрут, это авиагородок, жилгородок соединяет, и 8-й маршрут, аэропорт, колхозный рынок, вот эти маршруты, и 32-й маршрут у нас, это колхозный рынок и сады. Из бюджета на обновление городского автопарка было потрачено более 1 миллиарда тенге. Машины закуплены по программе обновления пассажирского транспорта и переданы в доверительное управление ТО ПАТП. Сейчас новую технику заправляют дизельным топливом, но в планах перевести транспорт на газ. Для Зацакиева Сергей Калашников. Программа «Факт».